Ну, вопрос очень серьезный. Ну, на мой взгляд, Китай развивается циклически. Сейчас у него фаза подъема. Есть у них, конечно, там и свои проблемы. Это просто разрушенная экология в промышленных районах, дышать там невозможно. Вот. Но если говорить о наших контрактах, это официальные, кстати, контракты, ну, естественно, есть и тайные контракты, о которых никто не знает. Ну, как известно, все тайное становится явным. Я считаю, что Китай в любом случае обыграет руководство Российской Федерации. Не сегодня, так в ближайшем будущем. А владение ресурсами Сибири никто не отменял. Сибирь, как известно, как ее называют англичане, это сердце земли, хатланд так называемый. Поэтому борьба за ресурсы Сибири предстоит. Но самое главное в этом, что китайцам не нужно население в Сибири, у них есть свое население. Вот поэтому от этого и надо отталкиваться.